Сегодня у нас 14 октября 2015 года. Покров. Праздник у нас в Прославе. Вот мы подходим. Тут строится Иосиф Устинов. Себе домик. Ему помогает отец. Дедево Устинов. Добрый день. Я посмотрел, вот такая была, знаете, мощная там машина. У меня как раз голуби есть, я лишних убираю, но много. Хорошая, а? Не голубятся, все, смотри. Ну было нормально. Куда ушла, ну планка, она все притянет. Вот ты зря. Ну надо вот ты туда, я сам подвинул налево. Вот так вот, да. Ну и что ушла? Ну пусть. Да она от стойки ушла, мне край пить. Как совсем далеко ушла. Совсем ушла. Ну давай я пошире досочку дам. Полезная площадь какая здесь? Да я не. Какая полезная площадь? 5 на 5 что ли там? 5 на 5? Да. А я-то живу, но у меня 14,1 квадратный метр. Ну. А в Барнауле 12,8. Кому как нравится. Это здорово. Ну а новоселье-то будет, так, может быть, мы тут и задержимся. Да? Новоселье не скоро еще. Боюсь. Называют как... влазим их. Да. Я говорю, Варь, вверху-то вы голубятни устроите. На втором этаже голубятни. Шутка хорошая, а? Я говорю, кому что, шумом баня. Смотри, Ося, аккуратно держись. Представляю, голубятни, какие окна там светлые. А, не говори. Вот бы пожили, порадовались. Так а ты видел бы в интернете, где держат-то? Ты по интернету показывал, что голубей рубики режете? Да. Зачем? А тебя не спросил. Да вот, не спросил. А зря, да. Мои голуби. Мои голуби. Да пислёз, говорит, смотреть нельзя. Вот это я и хотел добиться. Лукавые. Вот лукавые. Протопопа вакуум. Когда было 5 лет, увидел, как у соседа сдохла корова. Я уже 2 съел. Я понял, я смертный. В 5 лет увидел, корова сдохла. Ему это полезно было. На всю жизнь стал протопопом. А вы увидели как? Хорошо, курицу рубите? Ну, вы себя рубите? Нет, так нет. И не показывайте. Нет, а то голубь. Это... А то голубь. Да в Египте это самые рестораны, которые ценятся на весь мир. 3000 лет жареные фаршированные голуби. Голубь это самое... в ресторанах самое... едят. Это самое... А мы-то не в ресторане. Хорошо. Житие святого Филарета Милостивого. И говорит, на столах были у них фазаны и голуби. Жития святых. Это вы просто привыкли так. Свинью можно лопать, а голубь нельзя. Голубь это самая чистая птица, какие только есть. Бог и богоизбранная. Барашка режут. Курицу голову сидит, а голубя нельзя. Ну голубя так привыкли, мы вас. Ну хорошо, бери, корми. Куда я? 3 голубя. Я каждый день сыплю, там 1,5 ведра. И так и бывало. Они никогда не наедаются. Самая жоркая птица. Голуби самая прожорливая птица. Так лучше бы курей держать, хоть от них польза. А? Кур держать лучше, да, от них польза. Да, делал свинью. Ну свинью-то ладно, свинья с ней много. А вот кур... Ты скажи, а для чего цветы разводит она? Какая польза? Лучше бы арбузы. Ну это для красоты. А это? Это есть красота, ворковая. Ну тогда уже не говори, что много едят, да все прочее. А много не как. Искусство требует жертв. Леша, он курит, а я тебе поставляю все. Породистый. Я у меня и так сейчас еще 19. 14 убрал, 19 еще. Так. На одной год. А парну сейчас приеду больше 30. А там она подходит. Сожрут. Если можно лестницу было подвинуть тогда, чтобы удобнее было. Давай лестницу. Ладно. Бог вам помощь, пойдемте. Мы вот это вот, ты знаешь, что растут, Володя? Вот эти. Ну. Это два столба я поставил, колокол повесил, а из него дядь какие деревья получились.
Матушка вышла отсюда вот из помойного тазика и выплюснула, а не видела, туда кто-то щелкал семечки, тыквы не попали. Всю гору, гору тыкву увели. Из помойного ведра, как у тебя, из арбуза. Посмотри, моя работа. Спорешники. Да, и там вот на березе. Вот здесь вот вокруг. Грязник был. Везде, и на кладбище везде. У отца было, моих скворечников, 123. 123 скворечника. Я люблю птичек, они летать умеют. Ничего не сделал. А почему вы внизу там не забрали? Ой, сама милая. Так, пойдемте, мы не будем смотреть. Ветром может оторвать, Володя. У матушки на окнах оторвали. Оторвало. Скажи, а кто тебе сказал это? Ой, кто? Сестра. Какая, Ирина? Ирина, Татьяна, видать, я не поняла точно. Говорит, аж прям плакали. Правильно, ничего не сделаешь, никак. Они плодятся и сейчас еще сидят. Ну, мы привыкли, видишь, как, не ели. Ну, ничего, я ей говорю, мы помолились до этого, потом помолились после этого. Сказали, так Бог устроил. Везде жертву приносили голубей. Места принесли в храм, говорит, и голубиных пенцов. Уже священники были надрезать. Все равно жалко. Все равно, да, так что нет, мы ничего не сделали плохого. Голуби наши, а Никите они нравятся. В горшке. Вкусно? Ну они вкусные. Очень. Я ела. Самая тонкая ароматная пища. Да, я ела, вот я не очень. У нас на корабле было, знаешь, этих... Чаек ловил, да глупышей вот этих вот. Ну, тоже, да, говорит, хорошо. Конечно. Я один раз так селекцию сделал, 300 голубей зарезал сразу. Мать горой сделала, рябчики звала. Видите, Валь, ты помнишь, я... стучала. Помню. Мама, вот я с того момента и помню, что мясо вкусное. Очень даже. Если, может, тоже вот... Да, и ветром, Володя, вот так сейчас я видела, стучала, а зимой оторвешься. Вася, если можно, скажу тебе одно дело. На всякие дощечки основание не ставь. Она должна у тебя стоять, туда углубляется, и она дощечки подскользнется, и ты... Ну, дощечки, там вот так стоит. Упробуйся. Слушай, я думаю, мы... Ну, пошли. Слава Богу. Ну, думаю. Это по низу 5 на 5? Или как получится? По низу 5 на 5,5. А вверху? Ну, вверху то же самое. А, ну нет, не то же самое. Ну как, под крышей, если там меньше будет, крыша же немножко. Там наклон. Не замерзнешь что? А вот мы и проверили, не знаю, копилки бетона. Ну, а так вообще не на улице. Нет, это, конечно, поздно он начал. Ну, что? Нас... Ну, успеет, нет, так что-то. У нас сильно нехорошая ситуация сложилась. С досками не везут, и мы не можем уехать. Заплатили за все, заплатили. Лес везут, говорит, мелкий гнилой. А нам мы заплатили за самый первосорт, потому что воду идет. Мне нужна 41 доска. Не залил, по 6 да? метров. Вот. Нет, еще немножко. А там 69 оплачено. Тебе пришла. Ко мне пришла. Ну да. Пошли, во славу Божию. Один зашел сейчас в интернет и, да какие вы православные, в интернете сообщаетесь, да где это видно, чтоб православные по интернету говорили? Православные разные бывают.